салатик купил свекольный. А, такой диапазон кей. Чесночок иногда бывает. Мобильный радар. Ограничение скорости 90 километров в час. Водой или горячей. Три часа постояла, она уже можно есть. Она уже жареная, гречка там уже готова. Диапазон кей. Радар. Ограничение скорости 50 километров в час. А вы там не ездили, Саша, не ездил? Дорога как? А, ездил. Магнит у нас. Ну и что, хорош? Дорога нормально? Нормально, но больше не поеду. Больше не поеду, сказал? Значит, плохая. Значит, хорошая, но не очень. Нет, ну здесь была квас такой по 1.5 литра. Да лучше пятерку купить по 2. Ну, он не поехал, поехал сюда. Смотрю, я говорю, господи, да ты куда? Мою мать, ты куда ты идешь-то, скотина? Я смотрю, он туда полетел. Собьет, блин, да все. Приехал. Я говорю, ты чего оттуда ты едешь? Да я побыстрее помню. И вот тащит это. Квас взял. Да у меня тоже 2 банки пива стоят. А, ну, бутылка такая. А, была хорошая. Да, да. Я банки взял. Вот, да, значит, ты тоже как стоит, это. Ну, у меня спиртной, типа, нельзя, выпьешь. Ну, да, тут раз попил пивочку, опять аритмию. Да и квас-то попьешь тоже. Нет, квас-то еще ничего. Ну, все квас тоже градусы какие-то там немножко. А вчера тоже, смотрю, опять аритмию. Блин, я уже 4 таблетки выпил. Да. А это врачи сказал мне этот какую-то таблетку пить от этого. Блокатор. Я утром выпил, а вечером опять аритмия, думаю, не двигаться. Больше пить не буду, нафиг нужно. Раз она на несколько часов работает. Бесконечно, как автомат, что ли, глотать. Контроль в спину. Ограничение скорости 50 километров в час.